будущее олимпийские мировые рекорды рождаются вот с таких каждодневных тренировок. Первые занятия в секции по плаванию в многофункциональном центре «Горняк» начинаются утром и продолжаются в течение дня. Девчонок и мальчишек, желающих заняться плаванием, в Ленинске-Кузнецком оказалось немало. Папа мой любил плавать, и я тоже очень любил воду, и поэтому он отдал нас на плавание. Меня и моего брата. Большой бассейн с четырьмя дорожками, раздевалками, душевыми кабинами, сауной, помещениями для тренеров, медкабинетом. Здесь также проходят занятия по акваэробике. Работает врач-реабилитолог. А это уже тренировка по мини-футболу. Сегодня, как и во все времена существования футбола, секции, где ребята обучают тонкостям этой всенародно любимой игры, весьма популярны. Тренировки проходят в большом игровом зале. Он также предназначен для игр в волейбол, баскетбол, а можно провести и спортивные эстафеты. На двух этажах многофункционального центра «Горняк» также разместились современный тренажерный зал, теннисные столы, многочисленные раздевалки, зал для проведения деловых встреч и конференций, уютное кафе. Здание центра доступно для занятия спортом и людей с ограниченными возможностями здоровья. С 9 августа мы открываем свои двери для всех желающих, кто хочет приобщиться к здоровому образу жизни и спорту. На данный момент мы можем предложить свои услуги работы бассейна, фитнес-зала, акваэробики, лечебно-физической культуры, а также детские занятия по плаванию и мини-футболу. Свободно от тренировочных занятий время залы многофункционального центра предоставляются жителям города, трудовым коллективам, предприятиям и учреждениям для организации проведения физкультурно-оздоровительных занятий, а также для проведения спортивно-массовых мероприятий, соревнований, спартакиад, матчевых встреч. Информацию по всем вопросам можно получить по телефону 8-384-56-937-87. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.